скоро! Перестанешь крутить пистолетом. Крути давай скорее пистолетом. Ну что, всем доброго дня. Сейчас все чаще и чаще снимаем про HB. Опять же, HA и HB уже все-таки пришло время. Они стали ломаться, поэтому видео будет больше. Будем показывать и рассказывать про их болячки. Сегодня тоже, вот опять же, есть тут пару моментов, которые интересные. Люди приезжают, там жалуются на выхлопные газы, на какой-то свист, когда даешь газу. Сейчас я вам все это покажу и расскажу. Здесь также на этой машине есть такая проблема по длительному запуску на горячую, которую мы сделаем. И сейчас уже стала проявляться проблема. Как говорят люди, они не говорят, двигатель стал жестко работать. Или двигатель стал работать шумно. Не знаю, я не ездил на этих машинах, но почему-то все говорят, что мотор работает шумно. То есть он работает жестко и шумно. Но на самом деле это вибрация. Это вибрация двигателя, то есть по кузову. Я не знаю, или может быть это новое поколение водителей, которое так, или не знаю, или правда так ощущается в машине, что это какой-то гул и что такое. То есть люди недавно буквально приезжали с Нижнего Новгорода, и они говорят, мы когда едем там на скорости в, там, сотню или даем резко, у нас идет гул. Просмотрели всю ходовую, все прекрасно, все отлично. Выяснилось, что проблемой является подушка двигателя. Вот смотрите, здесь на Санта-Фе подушка двигателя верхняя, правая, вот она. Она у нас гидравлическая. И когда мы даем под нагрузкой газу, двигатель смещается. И да, она издает своего рода гул. Помимо того, что на кузов идет вибрация, и также она издает гул. Но гул издает не сама подушка, а так, как уходит двигатель. Ну, смотрите, ну вот первое сразу. Здесь есть такая резиночка, и вот сразу видно след, что она севшая. Вот она просела, она уже близко. Это первое. Второе. Заводим двигатель. Если на холодную, то вибрация у него больше, и чувствоваться будет тоже больше. Мы просто беремся за саму подушку. Беремся и, то есть, руками взялись, можем там двумя пальцами, одним пальцем, не знаю, может всей рукой взяться за нижнюю часть подушки. И вы почувствуете вибрацию, которая, то есть, проходит через резинку. И еще есть момент, смотрите, так как она гидравлическая, то есть, внутри, в полости, есть некий объем масла. То есть, он играет в роли подушки. Когда эта подушка рвется, она рвется, то есть масло должно вылиться оттуда, из подушки, по идее, вылиться, но она не выливается, потому что все очень просто. Производитель знал, что настанет день, порвется, и здесь зальет все маслом. И поэтому он снизу сделал некий мешочек такой для масла. Я вам на этой подушке потом сниму и прорежу и покажу. То есть этот мешочек должен быть пустым, когда мы его прорежем. Но если оттуда выльется масло, значит оно из камеры вышло туда уже. И также вот мы можем, смотрите, берем просто руку, засовываем под подушку, и здесь вот как раз висит этот мешочек. И вот сейчас я его трогаю, и он полный. То есть он выпирает вот так вниз. Отталкивается, говорит о том, что там масло. Так, ну по подушке, смотрите, все. Еще момент, люди также жалуются, что при резком ускорении появляется свист с турбины, то есть кто-то свист из патрубка. Нет, я вам уже, наверное, где-то рассказывал, показывал, что на этих двигателях откручиваются гайки. Вот здесь сзади, почему-то всегда с правой стороны, вот здесь, вот под теплоэкраном откручиваются гайки. И вот здесь они открутились, 4 гайки. Во-первых, когда газуешь, идет свист, то есть через там тройную прокладку стальную проходит давление воздуха, и она как губная гармошка начинает свистеть. Это первое. Второе, оттуда выходит дым. То есть его даже визуально видно, когда дашь газу. На что и жалуется наш клиент, что в салоне стало попахивать горелым маслом. Вот, потому что масло здесь
все-таки оттуда чуть-чуть что-то выкидывает и на коллекторе обгорает. То есть будем менять подушку, будем подтягивать гаечки, будем менять два ролика. Два ролика приводного ремня, будем менять шкив коленвала. Дело в том, что клиент обратился сюда, то есть опять же посмотрел видео наше, приехал вот именно ко мне. И рассказывает такое, что после у него появились какие-то звуки, ну, вроде бы как, на холодную бы. И после того, как он заехал, ему сказали, надо сменить помпу, ремень и ролики, и после этого все началось еще хуже. Появилось масло на ремне, появились непонятные какие-то звуки. Дело в том, что, во-первых, шкив коленвала он еще не менял. Те ребята, которые меняли ролики, они не знают, видимо, об этой проблеме, поэтому они его не сменили. Если бы знали, бы, конечно, поставили. Визуально видно все его, то, что он расслаивается, отходит, болтается, гремит. Вот. Мы будем менять шкив. И также, может быть, пришло время, а может быть, когда снимали ребята шкив, а может, не снимали, непонятно, что там делать. Но теперь с сальника коленвала льется масло. Она льется и попадает на ремень. Также они меняли ролики, но визуально видно, что два нижних ролика новых, а верхние ролики оба старые. И один из роликов, непонятно, не от этой даже машины, был подобран. Ну вот, смотрите, вот визуально видно, вот он был ролик нижний, раз, два. Вот этот у нас получается самый такой проблемный, он у нас старый. И вот туда, если загляните, вот отсюда вот. Вон он ролик стоит, там должен быть, сейчас нам дадут ролик, а вот, кстати, он есть, наверное. Так, шкив коленвала, будем менять шину, шина тоже сгоревшая, жалобы, я говорю, у вас тут обгорела шина, он говорит, то есть заводиться будет плохо, он говорит, да, такая проблема имеется, утром заводится плохо, после чего там несколько секунд идет сизый дым. Вот, визуально видно, что она обгорела и полопалась, шина. Что такое? Или я не в ту сторону открываю? Точно. Вот, как должен выглядеть этот ролик. Вот так он должен быть у нас выглядеть. То есть вот с болтом, а там непонятно какой-то пластмассовый, от чего они взяли, что это такое. То есть болт остался старый, а ролик был, ну, подобрали примерно от чего-то. Поэтому ролик этот будем менять. Вот он еще один ролик у нас. Он также у нас идет, вот он с болтом, все в сборе. Вот как выглядит новый, оригинальный. Но не так, как выглядит этот. Не знаю, откуда он тоже был взят. Сальник коленвала. Оригинальный. И шкив коленчатого вала. То есть заменим шкив, заменим сальник. Заменим вот эти непонятные ролики. Устраним течь, которая теперь с сальника попадает на ремень. Надеюсь, что все проблемы у нашего уйдут. И, в принципе, нет, не все. Смотрите, сейчас буду заводить машину. Сейчас, кстати, запустим. Не знаю, будет видно дым или нет вам. Также жалоба, что на горячую машина крутит долго. То есть у нас причиной здесь, на данном двигателе, причиной на горячую. То есть говорит о том, что топливо горячее, есть утечка в системе. Первое, что мы делаем, то есть, чтобы отсечь и упереться в регулятор с топливной рампой, мы делаем тест на обратку. То есть мы сделаем тест на обратку, проверим, не сливают ли 4 форсунки. После чего мы убедимся, что там хорошо, мы будем снимать регулятор. И там уже причиной являться будет либо сам регулятор, что это крайне редко. Регулятор обычно не держит под давлением, но на холостых заводится всегда хорошо. Скорее всего, там есть раковина, то есть утечка между топливной рампой и регулятором. Ну, я так думаю, то есть мое. Ну, хотя, опять же, это при том условии, если форсунки покажут, что с ними все в порядке. Вот, здесь тоже будем смотреть, проверять и по факту уже все сделать. Сейчас вот остыло, может и запустится быстро. Не знаю, как она отреагирует.
Не увидел я там какого года. Пробег 223 700. На стеклах, может быть. Ну, да, где-то 14 года. Нет, на стеклах что-то сейчас, наверное, не пишут. Ну, примерно 14 год. Вот, сейчас слышали, да, что заводится надолго. То есть долго крутит стартер. Говорит о том, что где-то есть утечка в системе. Хотя под нагрузкой, когда он дает газу, в аварийный режим она не встает, то есть по низкому давлению. И вот теперь здесь. Сейчас я буду давать газу, и вполне возможно, что вы увидите, как выходит дым. Ну и вот смотрите, с подушкой двигателя. С подушкой двигателя, допустим, на коробке не было ни одного случая, чтобы выходило. Вот мы прям беремся за подушку и чувствуем, что вибрация от двигателя переходит на саму опору. Это первое. Но вот так, когда сейчас она стоит, она проходит, вибрация, но не сильно. Но если вы попросите, там, не знаю, друга, товарища, кого-то, любого, поставить на драйв или на заднюю, то вибрация усилится, то есть она уйдет, мотор уйдет либо вперед, либо назад, и вибрация как раз-то усилится, станет еще сильнее. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну все, сейчас продолжим, уже будем, наверное, разберемся все-таки с роликами, подушку пока ждем, сейчас заменим ролики, заменим сальник, шкив. Кстати, туда сейчас тоже залезем. Надо будет где-то в каком-то, не помню, видео я вам рассказывал. Рассказывал, что в идеале, то есть надо сейчас снять кат, надо снять турбину. После турбины нужно снять коллектор. Все почистить. Почистить коллектор, плоскость, то есть под коллектор на головке и поставить прокладку новую. Ну, так как это все очень-очень дорого, это первое. Вот, это долго и дорого. Ну, вот в таких случаях, как сейчас, да, допустим, много-много раз я уже подтягивал людям. Подтягивал, и все это работает, это держит. Пусть это будет немного неправильно, но все же это работает. Есть случаи, в которых это уже не поможет. Знаете, когда, допустим, я туда залазю и снимаю, когда на прокладке отваливается, выгорает кусочек, вот в таком случае уже все, уже не помочь. Но если она просто ослабла и чуть-чуть там подсвистывает, и опять же, мне визуально будет видно, я когда продую, что, то есть она вся целая, ее нужно просто подтянуть, тогда мы ее подтянем. Если же там уже сгорел кусочек, то есть одна часть вот прокладки, то уже все, ее уже не спасти. То есть тогда уже все, как я и сказал. То есть снимаем кат, снимаем турбину, после чего снимаем коллектор. Чистим новую прокладку и в обратном порядке. Так, ну что, перед началом больших работ будет небольшой перекур. Вот у нас предварительно здесь диагностика, а по к климат-контролю, кстати, сказали сделать диагностику на этих машинах, на бензиновых и дизельных, неважно, там 2,4, 2 литра, 2 литра дизель, 2,2 дизель. У них есть, наверное, видели, да, вот эти трубочки, вот кондейные сразу. Вот она, одна двойная к радиатору идет, и вторая вот эта трубка идет к компрессору кондиционера. Так вот, здесь уже видно, что эти трубки переделаны, обжаты. То есть и одна, и вторая. Сейчас фреона на данный момент нет. Кондей не включается. Поэтому его заправим. Либо все будет работать и покажет нам утечку сразу же, буквально там через минут 5-10. То есть
заправим с краской. Ну, если нет, то будем, допустим, как скажем уже клиенту, чтобы он наблюдал, и как только оно перестанет у него работать, он приедет и будем смотреть, откуда ушло. То есть, может быть, это радиатор, может, опять очередная какая-то трубка или даже самого компрессора. И тут у нас будем ДМРВ мыть. Датчик надува был чистенький, прекрасно все работает. Шину свечей накала мы меняем, свечи автоматически прозваниваем, но они, скорее всего, будут там целые, все будет в порядке. Ролик, опора ДВС. Вот слесарные работы у нас по подтягиванию коллектора, тест обратки и регулятор. Ну, в принципе, все. Сейчас уже я все продул воздухом, то есть предварительно сразу, чтобы не было. Вот тут вот датчик температуры. Его надо отстегнуть. Это для турботаймера. То нам будет тут мешаться. Ну вот, получается, на 230 тысяч, как бы это, не скажу, что это частая такая проблема, но как бы вот проявилось довольно много-то проблем, выскочило. То есть они все мелкие, я бы не сказал, что это крупные это какие-то проблемы, как бы нормальное такое. Этот болтик откручен слабый на шине. Так. Все, в принципе, тут как всегда. Ну, все же, то есть вот раньше снимать было особо по этим двигателям нечего, а сейчас вот они вроде как активно стали проявляться какие-то проблемы, которые, конечно же, вот вам уже помогут, если вы находитесь далеко отсюда. Так, песочек, снова песочек. Убираем. Вот, снимаю разъемы вроде бы, опять все в песке. То есть все засыпано песком. Так, а где же? А вот он. Вот он. Длинный удлинитель. Надо мне все же как-то собраться и съездить с планету Железяку. У нас тут в Москве на МКАДе. И купить все-таки магнитную головку. Потому что вот часто меняю эти шины. И вот с этими гаечками постоянно мне... Стоимость, в принципе, мне не интересна, потому что сколько бы она ни стоила, она окупит себя в любом случае. Вот он, ну, наконец-то поговорить с человеком. Да ладно, бросить. Он целый день стоял, скучал, не давали разговаривать. Как не знаю. Что? Чтобы он ушел от тебя. Так, вот она шина. Вот он. Оплавленное место. То есть, тут даже такое ощущение, что уже кто-то снимал ее. Даже она, можно сказать, деформирована, что ли. Вот. Может быть, проверяли свечи, как очень много машин приезжают, и говоришь им даже еще без какой-либо диагностики, говоришь, ну, скорее всего, у вас там шина. И в ответ слышишь то, что да нет, мы там все проверили, мастер мне все проверил, все сделал. И 99% там, когда залазишь, обнаруживается косяк. А косяк либо, то есть на шину не обратили внимания,
Вот. Либо свечи. Кстати, по свечам накала. Если все-таки они сгорели, не жалейте деньги. Берите оригинальные свечи, потому что свечи Bosch и... Как же эта гадкая фирма-то? Denso. Denso одна из таких не самых хороших фирм. Довольно плохо работает. И работает неправильно, я бы сказал бы. Здесь. Так, где же там, а? Слушай, что-то не вижу гаечки еще одной. Куда-то она там подевалась мне. А, она сюда перескочила здесь тоже. Помимо того, что ставит не оригинал и Bosch, Denso работает неправильно. Еще есть такие дешевые фирмы, как Stellux. Тоже аналоги. Нужно знать, у нас еще есть реле серое там и черное. Вот, одни 5-вольтовые и 7-вольтовые. Если мы поставим на 7-вольтовую, 5-вольтовую, работа там будет неправильно, то есть будет греть меньше. Если мы поставим наоборот, тоже будет плохо. То есть она будет отключаться раньше времени. Сейчас он нам покажет что-нибудь. В идеале должен быть 1 Ом сопротивления. Так. Плохой контакт. 4-5. Но живая. 4-5. Опять же, все зависит от свечей. 7 или 8 вольтовые. Тоже пятерочка на всех. На всех будет пятерочка. Еще все зависит тоже от контакта много. Все, все свечи накал целые. Все прекрасно. Все работает. Для тех, кто все же таких еще много, они говорят, свечи накала не откручиваются, пугают. Ну вот, 230 тысяч там, да? Вот, смотрите. Раз. Ну вот. То есть, потому что свечи находятся на холодной стороне. Первую отворачивать удобнее всего, поэтому я ее всегда выкручиваю. Для того, чтобы проверить, оригинальная ли свеча, и вот мы смотрим. Вот она, наша гадость стоит, Denso. Denso 7-вольтовая. Сняли шину свечей накала, опять же, бросили, то есть увидели, что есть оплавление, есть разрушение оплетки, не обратили внимания, воткнули новые свечи, но проблема осталась. Смотрите, реле у нас бывает, висит вот здесь, в этом месте, либо под подкрылком, под крылом, так сказать, вон там. Вот. Еще там под крылом реле у нас серенькое, не вижу скольки вольтовое. Блин. Сейчас я пойду к менеджеру, он посмотрит, уточнит, насколько вольт. Также, смотрите, еще вот в этом случае. Когда у нас реле висит здесь в сухом месте, проблем никогда не было. Может, когда-то они и проявятся, но пока не было. Но вот те, которые висят у нас под крылом, опять же, когда разрушается бампер, разрушается подкрылок, туда попадает влага, и там внутри окисляется силовой провод. И опять же, контакт плохой, и здесь у вас все новое, все работает. То есть, если вдруг возникает у вас проблема с запуском на холодную, здесь мы все проверяем, все отлично, потом проверяем нагрузку, сколько сюда приходит. И если что-то не так, и реле ваше стоит под крылом, то есть между кузовом и крылом, вытащить ее можно отсюда, то есть там либо сняв фару, либо сняв аккумулятор, вот, и смотрим там контакты. Обычно там провод силовой красного цвета, он прям зеленый становится, то есть это одна из уже таких печальных историй. Так, идем узнаем. Михаил, а можешь прям в секунду посмотреть, какие свечи должны на ней стоять? Там опять она вот у него не заводится, там стоят Denso 7-вольтовые. Пам-парам-парам-пам-пам. Ну что, что и требовалось доказать? Очередной менеджер или очередной механик наделал делов.
Во-первых, не оригинал, ну ладно, черт с ним, да, допустим, пусть мы поставим не оригинал, потому что оригинал очень дорого. Опять же, мы также на 2.5, допустим, эти те же Grand Starex, на Sorento ставим иногда свечи, там ставим Mando или что-то еще. Люди привозят сами также Denso или Bosch. Вот. Ну, они работают. Согласен, они работают там год. Ну, отрабатывают сезон. Потом на второй сезон они уже не работают. Но самое страшное, что качество металла у них настолько плохое, что при откручивании, вот, при откручивании кончик отламывается. Если оригинальная свеча, кончик у нас идет, фирма NGK делает для Мобиса, вот, она будет, этот кончик будет долго и упорно хрустеть, его можно будет туда подать, обратно залить что-то, то с такими свечами, как Denso, Bosch или Stellux, эти вещи не работают. Ты вроде бы пытаешься что-то ее раскачать, она прям сразу щелк отламывается и все. Вот это как бы одна из проблем. Так вот, свечи должны быть 5-вольтовые. А реле у нас серое, свечи должны быть 5-вольтовые. Установлен не оригинал и установлены 7-вольтовые. То есть говорит о том, что если мы сейчас поставим шину свечей накала, ничего не изменится. Я же говорю, нового ничего нету. То есть вот именно человек был в каком-то техцентре, то есть был с роликами, был здесь. И вот как бы с его слов он говорит, там где я был, вставало только хуже. Ну вот. Отсюда и будет вставать все хуже. Дедушка Ленин что сказал? Важнейшим из искусств, ага, является кино. Кино? Запомни. Я запомнил все. Надеюсь. О, умным буду. Так, сейчас будем отворачивать вот этот теплоэкран. Здесь разобрать тоже немало, конечно. Вот щуп открутил полностью корпуса. Потом снимаем вот такую. Сейчас я поубираю. Снимаем кронштейн, который у нас служит для снятия установки двигателя. Потом снимаем один из кронштейнов. Так, сейчас еще сюда теперь. Блин, да? Маленькую головочку. Не хочет отворачиваться. Не отворачивается, но обычно он должен руками прям отлетать оттуда. Вот такую опору еще отворачиваем. И теперь на двух болтиках теплоэкран. Смотрим внимательно. Вот он, теплоэкран. Вот он. Сейчас я его вытаскиваю оттуда. Тут надо немножко изловчиться, чтобы он вылез. Вот он снутри. Он и в масле, и в саже. Его надо бы по-хорошему помыть. Так. И вот мы видим. Вот она, масляная гаечка. Вот она прям. Я не знаю, конечно, руками она открутится или нет. Вот сейчас возьму вот так прям, вот, ключиком с легонца. Ну, вот она. Так, нижний вот тоже все откручено. Вот эти две гайки откручиваются постоянно. Сверху я прям буквально всю полностью просматриваю, что она целая. А снизу я посмотрю зеркальцем. Ну вот она, прокладочка у нас. Вот так вот видно ясно. То есть вот видно, что там все пропускало. В основном, то есть нижняя гайка. Были даже у меня случаи, когда также приезжали, жаловались на выхлопные газы и на свист. И когда я снимал теплоэкран, там не было ни гаек, ни втулок вообще. Там такая втулка еще большая, толстая, металлическая. То есть не было вообще их. Датчик расхода воздуха также будем чистить. Показывает больше положенного. Кстати, по датчику давления надува все в порядке.
Я его даже открутил, перепроверил, там все чисто, все отлично. Возможно, что либо в другом техцентре его, может быть, меняли, может быть, мыли. Может быть, это хозяин сделал сам. То есть, ну, показывал, что все хорошо. А вот датчик расхода воздуха выглядит плохо. Что показывает, то здесь и внутри. Вот, вот так вот. Ужас. Красота. Все прекрасно выглядит. Все отлично. Ну, вот, все равно, конечно, грязновато сейчас. Машины уже стареют, под капотом все грязнее и грязнее становится. Перчатки менять приходится регулярно, потому что они прям пачкаются. Вроде бы и продуваешься, и убираешь заранее все. Все равно очень много грязи. Мы сделали, помыли датчик расхода воздуха. Узнали по свечам накала, так как их уже меняли, то есть проблемы на 200% ничего не возникнет у нас. То есть заменим их без вопросов, там все у нас в порядке. Получается, по коллектору тоже исключили. Нам надо, по идее, сделать тест на обратку и регулятор, но здесь немножко разобрано, поэтому никак пока. Поднимем машину, сделаем ролики, шкив коленвала, сальник, а потом уже будем доделать оставшиеся. Если согласуют свечи накала, то поставим новые. Ну, много мы здесь подробно вам показывать не будем, потому что как бы и были эти видео, и много ума не нужно, чтобы это сделать. Просто сейчас глянем, что там сделали эти ребята, и в принципе дальше я доделаю. Ну вот все признаки сразу износа. Они даже умудрились натяжитель и ограничитель сломать. Так. Смотри, 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 новая помпа течет. Помпа Hyundai Santa Fe и Kia Sorento одного и того же года с одним и тем же двигателем отличается тем, что если мы меняем в сборе помпу, то они отличаются тем, что под теплоэкран нет крепления там и один болт не сходится. Но если помпа еще разделяется на две части. Оригинальная помпа идет большая в сборе. Неоригинальная идет одна часть наружная, там на 5 болтах. И они отличаются тем, что верхний болт смещен на 1,5-2 мм в сторону. Так вот, здесь рассверлено сверлом. Я показывал клиенту, и он говорит, что это такое, типа мне сделали. Но мало того, что там рассверлено, они поставили. Видно, что здесь вот течет охлаждающая жидкость. И течет она через дренажное отверстие. И также видно, что герметик здесь, он не просто в больших количествах. Он здесь просто в огромных количествах. Не знаю, зачем это нужно было делать. А вон там сзади еще что-то. А, это уже подтекало масло как раз-то оттуда с коллектора. Там мы устранили. Непонятно, как можно на одном здесь таком небольшом пятачке накосячить столько раз. Ремень полностью снимаем, потому что все будем смотреть сейчас. Опа. Ремень какой-то прям жесткий. Какой-то микро. Микро В. Что это такое? Не знаю, что такое. Что это значит? Так.
Вот этот, просто его, хотя мне не надо отворачивать, натяжной ролик, но я откручу, хочу глянуть что-то. Все, все признаки шкива. То, что он оторванный, то есть гремит как. Вот такой он звук издает, когда работает. Ну и вот смотрите, то есть у нас было согласовано уже, когда сразу было, то есть регулятор, тест обратки, вроде бы все было понятно и видно, но и вроде бы клиент все согласен, ушел, все окей, делайте. И вот я полез, то есть здесь, там, то есть тут течет помпа, а свечи не те, и вот так вот все вылазит, 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 и вам все это встает в копеечку потом. Вот они отломали эту опору. Не знаю, видимо, тянули не в ту сторону, не знаю. Но ролик новый, не оригинальный, правда. Но, в принципе, они не тут работают, ничего страшного тут нет. Так, и что же это? Вот тут есть какое-то количество стружки металлической. Откуда оно взялось, непонятно. Знаете, как бы это не шкив генератора был бы. А вот сейчас я сниму ролик, который ребята поставили новый, потому что я говорю, вот вы сменили, говорю, два ролика, а те, которые два сейчас остались, они меняли. Он говорит, нет, я поменял четыре. Я говорю, ну как же четыре, если визуально два? Он показал бумагу, в которой деньги с него взяли за все четыре. Предположим, что ролики сменили вчера, 4. Вот нижний ролик, там еще один такой же. Это сделали эти ребята. И вот еще один. Посмотрите, похож ли он на новый? То есть, вот, если бы он был бы вот такой, то есть он должен был выглядеть вот точно вот так же. Вот тогда это был бы новый ролик. Но, во-первых, это непонятно от чего ролик, который шумит, пластмассовый. Во-вторых, он старый. Но сальник коленвала все равно мы будем менять, потому что на нем есть некая грязинка. Здесь непонятно, сейчас будем менять верхние ролики, посмотрим сверху. Также здесь присутствует какая-то металлическая стружка. Откуда она, я вообще даже предположить не могу. Непонятно, что это такое, откуда взялось-то. В любом случае сделаем все так, как надо. Ничего тут сложного нету. Не знаю даже, что делать в таких случаях. Вот получается, разгрузились человека где-то по полной, поставили самые некачественные запчасти. И теперь все заново. И вполне возможно, что будет дороже. Потому что те запчасти не оригинальные. То есть по работе будет так же. Может быть дороже, может чуть меньше. Но по итогу, то есть вот он поставил новую помпу. Сейчас ее опять надо новую. Опять надо антифриз. Новые свечи. А свечи накала стоят дорого. Ладно, здесь мне, в принципе, осталось заменить верхний ролик. Сейчас я сверху еще раз посмотрю. Клиент убедительно просил проверить шкив генератора, то есть обгонную муфту. Ее я проверил, все там прекрасно крутится, все работает. Была какая-то стружка здесь немножко. Возможно, это было следствие того, что, может быть, ребята поставили неправильно там какой-то ролик, что-то при каких-то, или ремень что-то происходило у них, и она попала, потому что... Сейчас оттуда уже скрежета никакого нету, хотя также эта стружка может выскакивать вот отсюда уже из шкива, то есть между ними, потому что вот здесь вот уже прям чуть-чуть осталось вот оборваться ему. Сказки про то, что здесь не бывает проблем со свечами накала. Это сказки. Потому что вот после ребят, которые здесь побывали,
много проблем. То есть везде, где они коснулись, просто не знаю, что делать. Вот вытащили свечи. Получается, вот она у нас свеча. Они даже вроде как температурной смазкой смазывали. Вот это у нас второго, вот первого. Вот видим, я не знаю, где тут видно, не видно. Вот Денс 7-вольтовый. Где же 7 вольт написано? Я не знаю там. Вот в конце 7 вольт. Видно? Да. Вот. Четвертую еле вытащили сейчас вдвоем. Потому что они ее не дотянули. То есть конус не уперся, ее забило полностью сажей. Вот. То есть еле-еле вырвали. Это учитывая, что ее поставили прям вот буквально неделю назад. Все. А третья, не знаю, вытащим или нет. Ну, какая-то прям, походу, проблема. В четвертую сейчас я резьбу прогнал, потому что она была не очень хорошая. Прогнал, все прочистил, прикрутил. Свечи у нас вот, НЖК. Вот такая свеча. Вот на ней видно, что она 5-вольтовая. Вот у нас сразу в первом ряду. Там у нас 7. Что делать с третьей, непонятно. То есть везде, где я пытаюсь сделать лучше, там уже вот все очень плохо. Ладно, сейчас будем пытаться открутить, потому что... Вот, я сейчас вставляю туда ключ, то есть она именно забита сажей. То есть она не то, чтобы там закисла. Вот она раз чуть-чуть, вот и обратно, и все. Это все ее движения. Делов тут было где-то примерно на 2-2,5 часа, но уже пошел второй день. Сегодня я пришел утром почти 7 часов утра, вот сейчас 8, хотя рабочий день с 9. Все меня беспокоило, свеча накала. Четвертую вытащили, третью залил на ночь ВД-шкой, то есть даже она какой-то там открутилась еще. Немного вчера и забросила. Но сейчас есть, в принципе, плюсы в том, что резьбовая часть, то есть полностью вышла у нас. То есть вот эта часть уже вся полностью резьба вышла, торчит наружу. Теперь, в принципе, не, вроде бы с одной стороны ничего сложного, надо зацепить ее и выдернуть оттуда. Но сделать этого невозможно, потому что здесь топливная трубка, но ее можно убрать. Вакуумная трубка, которую тоже можно убрать. Но это ничего не даст, потому что топливная рампа. И вот она у нас. Вот там видно у нас, что резьба уже вышла у нее. А теперь ее нужно только зацепить. И вытаскивать. Подушку двигателя я заменил. Вот лежит старая. Новая, вот смотрите, как она выглядит. Здесь примерно 5 мм зазор. Вот он теперь между кронштейном, то есть, и самой опорой. Часто сталкиваюсь с таким, что люди не дотягивают свечу. То есть там есть некий свой конус на свече. Даже вот его прям видно. Вот эта часть у нас держит каемочка вот эта. То есть вот она. И она упирается там в головку. Либо не прижалась, то есть не дотянули свечу, вариант первый. Либо вариант второй. Так как свеча у нас не оригинальная, вполне возможно, что здесь, не знаю, конус этот, не знаю, меньше, кривой, не тот угол, ну, все что угодно. То есть, ну, вот проблема либо в руках, которые закручивали, либо в самой свече. Вот, она сразу вообще не идет, потом... Вроде начинает что-то двигаться. Не, ну можно снять рампу, снять коллектор, и тогда снять. Можно будет без проблем ее вытащить. Но это будет затратой клиента. Поэтому все-таки оставляем, пробуем как есть сейчас. Может быть, что-то придумаем. Не знаю, сейчас поищу какую-нибудь... вилку, которую можно подсунуть. Не знаю, может быть, что-то смогу придумать.
Единственное, что вот получается, у нас есть риск. Вот еще надо побольше здесь, конечно. Хотя она плотничком прям. Чуть-чуть я ее сейчас оточу еще. Но так почти вот она. Даже, а, не, она прям вообще шикарно туда проходит. Все, ничего не надо. Есть риск, что она может все-таки проскочить через грани, если сильно туго будет. Хотя, ну да, она может ее расширить. Ну, посмотрим сейчас. Попробуем, с Богом. Давай, пробуем. Типа идет, что ли? Нет? Вот идет. Да, по-моему, идет здесь, судя по этим цифрам. Давай, 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 давай. Все, надо. Да все. Все, 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 все. Вот эта штука не справилась, не выдержала. Ну, как эксперимент. Может быть, когда-нибудь что-то попадется мне более мощное. В принципе, здесь вот прорезь все держит, но он играет. Надо более жесткую конструкцию, там может что-то получится. Вот теперь дуть, чистить, чистить колодец и прогонять резьбу. Так, ну вот у нас остался последний. Тут последнее дело, которое надо сделать, это тест на обратку. Вот здесь защелка уже отломана, кто-то когда-то выломал замок на ней, то есть отсутствует. Вот эти я отщелкнул, вот они, раз, два, три, а здесь отломанный, но держит, пока держит, не отваливается. В идеале, конечно, заменить, но вот пока так. Так, трубку мы здесь всегда обратку пережимаем, потому что у нас подача сюда идет. Давление топлива с топливного фильтра. То есть шланчик надо обязательно пережимать. Не знаю, можете там загнуть стяжкой, сцепить или как-то еще. То есть, если нету гиблицев. Получается, по регулятору мы там страшно ничего не увидели. Значит, будем искать здесь. Кстати, завелась она, работала немного прям неровно. Вполне возможно, что вот как раз причиной является одна из топливной форсунки. Ну, сейчас попробуем это, конечно, понять, выяснить, так ли это. Напомню, что у пьезо форсунки, то есть сброс там в обратку очень и очень маленький. То есть не должно быть там ни 15, ни 20 миллиграмм. То есть 2, 7, 9, ну вот так будет примерно норма там. Так, ну что, пробуем заводить. Ну, вот и смотрим. Нет, по форсуночкам все прекрасно. То есть топливо вот только в трубку стало появляться. То есть, первый, второй, третий, четвертый цилиндр. Длительный запуск на горячую проблемой сброс форсунок не является. То есть по обратке не обязательно, допустим, не, ну... Если кто-то для себя там хочет, допустим, проверить там, в двух-трех режимах сброс обратки, может выждать там время какое-то. Но так как я это делаю каждый день, поэтому мне ни к чему. То есть завел, прям буквально увидел, потому что сразу там отличительное будет по обратке. Это одна или две форсунки, они не прям сразу вырвутся по сбросу вперед, и все будет явно. А тут вот если смотреть по трубкам, по шланчикам, то вот они. Первая, вторая, третья, четвертая. То есть только-только пошло, то есть топливо. Если у нас здесь сброса нет, на регуляторе, на уплотнителе, то есть где прижимное посадочное его место, там тоже ничего нет. Значит, причиной, как правило, ну, одной из как бы из первых является регулятор, который не держит сам. Не держит стартового давления.
регулятором мы сейчас забегать пока вперед не будем. Сейчас мы его помыли, почистили, нагреем и проверим, потому что не ясно, как он себя будет вести. Потому что где-то 50 на 50, что, как правило, то есть либо регулятор забит и неисправен, либо сетка забита, либо внутри есть какая-то грязь в самом, то есть мы ее отмываем. Либо причиной является уже сам, то есть выработка в регуляторе. И тогда уже не спастись, то есть там только замена. В любом случае, то есть не будем сейчас бежать, спрашивать никаких регуляторов, ничего не будем ставить. Будем греть, проверим под нагрузкой ее. То есть выйдем на горячую, дадим полную мощность, проверим под нагрузкой. Если нагрузку держит, то оставляем. Если же выбьет нам ошибочку 0087, опять же, клиент приехал и сказал, что в аварийный режим она у нее не встает. Не стоит прислушиваться к этим словам, если кто-то делает в техцентре. Потому что получается, каждый ездит по-своему. В большей части все ездят тихонечко и аккуратно. И проблемы по утечке или там по низкому давлению проявляться не будут, так как она незначительна. Но мы тут смотрим уже по максимуму, то есть максимально прогреваем на улице машину, потом выезжаем, вдавливаем в пол прям до упора и смотрим, держит она или нет. Потому что здесь клиент проверит, все хорошо, а где-то на трассе далеко уже от, допустим, Москвы или от другого там техцентра, где-то пойдет на обгон и может случиться очень нехорошая вещь. Поэтому топливную систему максимально, то есть под нагрузкой, мы смотрим все желания клиента. Мы проверили, полазили. Конечно, очень жаль, что там, где были люди, столкнулся везде с проблемами. Это свечи накала, это ремень, ролики. То есть пришлось где-то что-то помучиться. Правильно сказал клиент. Он говорит, после каждого ремонта у него встает только хуже. Остался один момент, который мы все-таки оставим, не будем сейчас трогать, потому что это помпа, потому что ее нет в наличии. И ценник ее тоже довольно большой, потому что не оригинал мы не будем ставить. И покупать ее надо в сборе, а покупать не одну половинку, а в сборе. Потому что дальше я потом полез, и там, где металлический патрубок сзади входит в помпу с колечком, там тоже есть небольшой потек. Поэтому менять ее нужно в сборе, то есть с корпусом всю. И оригинальную. То есть, ну, стоить она, опять же, будет там 10-12. У нас и так здесь уже, помимо того, что маленького там комплекса, вышло вот столик. То есть, не те свечи, не откручиваются свечи, не тот ролик, не тот шкив. Ну и вот так и так. Ну ладно, сейчас все справились. Все сделали, все напишем, отдадим, то есть дальше уже более-менее там протестируем, посмотрим. Как обычно, справа выбора техцентра за вами, вы все видите сами своими глазами, что подбор запчастей, как правило, делается неправильно, то есть не тот вольтаж, не та резьба, не тот этот, и вот так, как-то так. Что-то куда-то дата прикручивается. С помпой я вам тоже говорил, что помпа не подходит. И рассверлили прям сверлом посадочное место и там сделали. Ну все, всем пока, до новых встреч.